стеной темный лес стоит. Где найти мне тебя, мое солнышко? Птичьим криком к тебе боль моя летит. В омут твоих глаз снова упаду. Полюбил тебя на свою беду. Ребята, вчера вечером это... Секундочку, секунду! Ну-ка, отойди от машины! Мерзавец! Ненавижу! Была бы моя, вообще, убил бы! Ребята, представляете? С недавних пор Дед Мазай и Герасим работают вместе. А теперь реклама. Как тебя зовут, помнишь? Сам стать сможешь! Ну что ты пристал к ребенку, ему еще года нет! 2003 год. Для удобства жюри была проведена компьютеризация их столиков. Но это не предел. Итак, 2013 год. А сейчас оценки жюри. Я быстро. Один кружок сделаю и сразу отдам. Ну на. А как зовут-то тебя? Федор Конюхов. Всех реально достала песня «Бель» из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». А вот что она сделала с солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Здравствуйте, «Бель». Я Бель Сергей Бель Шнуров Бель. И меня Бель очень достала Бель песня Бель. Там этот урод Бель. С проклятием Бель на челе Бель. Это Эсмеральда Бель. Как я посмел Бель ее Бель. Желать Бель. Лучше Бель спою Бель свою Бель. Мне Бель, мне Бель, мне Бель, мне Бель. Здесь я Бель, а там я не Бель. Мне Бель, мне Бель, мне Бель, мне Бель. Здесь я Бель, а там я не Бель. Поклонники, Бель, поклонники. Ребята, ребята, как все-таки приятно вновь стоять на этой квеновской сцене, а? А что нужно сделать, чтобы вернуться сюда? Ну, нужно бросить монетку. И все? Ну, практически. Бросить монетку, учебу, работу, семью и играть, играть, играть. А-ха-ха. Когда всех нас, дальневосточных парней земли, связали первые морские узлы, на самолета посадили порт и увезли на берега Москвы. Доброе, доброе, доброе утро, столица. Началась... Азмесим ансамбль
Ой, да и ляпота! Мы беремся за гусли, где наш хоровод? Там царь Иван Грозный челом бьет! Поднимите руки, поднимите руки! А не то вас всех на кол посадят! Эй, бояре, поднимите руки! Даже если ты, Юрий Долгорукий! Эй, бояре, собирайте вещи! Красных девиц срастить на вечер! Коли не заплатила брок, на! Получи дубиной в бок! Да! Группа Металлика с Германии идет! Концерты провалятся с треском под лед! Мы в хит-параде место 9-е! Нас обогнали еретики проклятые! Недавно в Рязани с гастролями были! Там нашего солиста Медведям скормили! Феодальная раздробленность нам не помеха! Мы русское радио 15 века! Йоу! Не стояла на месте, и на эстраде начали появляться новые молодые поп-группы. Итак, встречайте, группа Иоаннушки Интернешнл! Стоп! Ребята, чтобы нам, Иванушкам, не распаться на Кириллушки, Андреюшки и Олеженьки, нам нужен лидер. Я считаю, что это я. Почему? Да потому что я пою лучше. Кого? Хоббит? Да я пою лучше. Это я пою лучше. Слушай, давай-ка мы сейчас с ним вдвоем разберемся, а ты иди пока. Распойся. Во! Давай, выбирай любую песню. Снегири, герой, погляди. Небе синим-синим-синим снегири летают. Словно капля крови на груди. Небе синим, что ты смотришь улетающую боль? Это песня дурацкая, давай другу попробуем. О! Тополиный пух, жара, июль, ночи такие лунные. Ты пойми, что первый поцелуй. Это еще не любовь, это просто песню опять такую дурацкую выбрали. Да вы посмотрите на себя. Вон, мальчуковая группа «Спартак». Полные стадионы собирает. Что за группа такая? Да ты их знаешь! У них еще такой длинный проигрыш! Если так дальше будет продолжаться, нам прямая дорога в проект «Перестань звездой». А может тогда останемся Иванушки Интернешнл? Эволюции, развитие технического прогресса достигло таких масштабов, что стали появляться целые фабрики звезд. А у каждой фабрики есть свои отходы. Итак, встречайте! Отходы фабрики звезд! Группа «Сухие и ломкие корни». Силы на исходе, и крава точит раны. В руке держала груфу. Ты, на что за день такой? Насойте свои усы вместе! Хуга! Ты, давай! Я теряю дни и улетаю. Не ба! Главное, помните, фабрика звезд гарантию на свою продукцию не дает. И вообще правильно говорят, что в жизни каждого исполнителя бывают и взлеты, и реклама кофе Гранд. А ближе к заключительной стадии эволюции исполнителей стало так много, что пришлось придумывать правила. Итак, мы представляем правила движения на российской эстраде.
Андрей Макаревич. Группа «Лесоповал». Алсу. Поворотти. Нас не догонят. Угубнику 50. Борис Моисеев поет один. Монсеррат Кабалье. Филипп Киркоров. Концерт группы отменен. И все это в песне года. Ну и последней стадией эволюции стала сборная команда КВН города Владивостока. Споют хорошо и ладно. Споют плохо, ну хоть народ посмеется. Из края, где первый рассвет, хотим передать вам привет. С востока везла. Брянкине, золотой молодежи, Пятигорску, ЧП и Тюмени тоже. А также всем на свете Бурятам еще удавлен солнцем, ребята. Да! России везла. Решила кардинально измениться. Все, больше никаких песен, только шутки! Будут шутки! Шутки будут у других команд. Ну а мы поем, у нас талант. Вот такой он разный вечер, дорогие радиослушатели, и в нашем эфире розыгрыш денежного приза. Первый дозвонившийся получит 1 миллион рублей. Поехали! Добрый вечер, я вас поздравляю. Вы только что выиграли 1 000 000 рублей. Как вас зовут? Андрей. Сергей? Андрей. Ага, Сергей, как ваша фамилия? А, Плотников. Как, Бортников? Да Плотников я. Итак, наш победитель сегодня Сергей Бортников получает 1 000 000 рублей. Мегафон, будущее не зависит от тебя. Пойдем к Машке сходим. Пойдем. Машка! Машка! Машка, выходи гулять! Машка в школе! Недавно появилась новая услуга. Вызов психиатра на дом. Алло, девушка, девушка, здравствуйте. А, можно психиатра на дом? Угу. Что? Мучает галлюцинации? Доктор, а как вы так быстро? А я на метро. Так мучают или нет? Внимательно следим за пальцем. Следим за пальцем, внимательно следим, следим, следим. А сейчас песня о любви.
любви давно спеты все слова. Вот поэтому я сразу предлагаю секс. А мы сейчас как перенесемся на чемпионат мира по фигурному катанию? 5, 6, 5, 7, 5, 8. А на лед приглашается Елена Гаврилова и Донат Хаметов. Пошли! Нас объявили! А теперь реклама. Питьевая вода «Флагман». После нее еще больше пить хочется. Мама, папа, познакомьтесь, это будет у нас жить. После игры обычно высказываются члены жюри. Мы решили изменить это правило, и сегодня выскажутся люди, которые работают в театре российской армии не первый год. Я охранник, ну, что могу сказать? Понравился Владивосток. Замечательный город, и там служил в 89-м. А вообще, вы знаете, КВН — это удивительная игра. Сегодня, например, играют такие команды, как сборная Казахстана и Питера. А ведь это тот редчайший случай, когда поставщики встречаются с потребителями. Добрый вечер, я рабочий сцены. Вы знаете, лично мне очень хочется, чтобы КВН никогда не заканчивался. Понимаете, когда он заканчивается, мне приходится разбирать декорации, выносить все эти доски. Поэтому, ребята, играйте вечно! Спасибо. Я работаю уборщицей с 96-го года. И вы знаете, чем только не сорили КВНщики за эти годы. Уже, казалось бы, всем перессорено. А нет, находят, нашли. И ведь насорят так, что фиг отшкребешь. А ведь ребят этому никто не учил. Молодцы! А вообще-то абсолютно не важно, кто сегодня выиграет. А если не важно, давайте мы выиграем, нам о как надо! I want to break free. I want to break free. И лучшего места на целой планете нельзя отыскать. Четвертьфинал 2005. Многие знают, что Владивосток – портовый город. А многие не знают. Но мы все равно расскажем. Жил отважный капитан, он объездил много стран. И не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул. На 16-й он все же утонул. И-ма! Капитан, капитан наигрался, да выпендривался наш капитан. Ставить песню, смирно! Значит так, у меня для вас две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость, с нами в плавании идет девушка. И плохая, она моя дочь. А она красивая? Вся в меня, то есть... На любителя! Верно. А вот, собственно, и она. Леночка, а вы уже были у нас в машинном отделении? Чё? Понятно, были. Вы можете идти, матросы. Матросы, вы можете идти. Вы можете идти. Мы можем идти. Мы идем. О, чудо. Левой, левой. Обед, обед. Лена, ты не должна звонить молодым людям сама.
папа! Папа, ну что ты так все время за меня переживаешь? Ой, понимаешь? Не обижайся, Леночка, но для матроса главное не ум, не обаяние, не красота, а пол. Чё? Вся в меня. А в это время где-то на палубе. Матрос Таркунов? Я! Сейчас будем обучать вас морским танцам. Вы откуда к нам? Из Капотния! В Капотнии есть болото? Полно! Замечательно, итак, приступим. Тянем зил из болота. Хорошо. А теперь ловим мыло в бане. 4 таракана. Внимание, дядю Степу закрыли в подвале. Дядю Степу закрыли в более низком подвале. Дядя Степа сидит в подвале и хвастается ботинками. Поехали! И, наконец, дядя Степа нашел выход из подвала. Степанова! А в это время где-то на мачте. Елена, а что мы с вами все навыдано, вы? Давайте перейдем наш. Эй, ты! Ой, смотрите, что-то пролетело. Это полгода. Тут их полно. А, мужской там. Елена. Да. Да не за что. Елена, а вы были у меня на дне рождения? Нет. Жаль. Такого дня рождения, такого дня рождения давно не помнит ресторан в Филях. Олег вставал и падал, Олег вставал и падал, ему все наливали, а у него в глазах все кружится, летает, летает. Александр, а у вас до меня женщины были? Нет, не было. И сейчас не будет. Эй, ты, подождите! Да вы одни на целом шуме! Юнга, отставить дрейдь по лбу! Поднять флаг! Да что это, Саша? Даже это... Юнга, почему плачет механик? Второй двигатель отказал! Механику? Капитан, в трюме пробоина! Как, всего одна? Грузили же 8, где еще 7? Капитан, мы тонем! До свидания, увидимся. Жаль, толком и не пообщались. Главное, не паниковать! Папа, ну раз уж мы тонем, я должна сказать тебе, я не твоя дочь. Как? Так, тебя подменили, когда ты пришел забирать меня из роддома. Капитан, мы перестали тонуть! Здравствуйте! Очень рада. До вечера. Если что, я у себя на камбузе. Капитан, еды осталось на 8 дней. На 7. Ну, видимо, от судьбы не уйдешь. До свидания. Увидимся. Увы, аривуар, мои поклоны. Папочка, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Ну, давай с хорошей. Я в положении. А плохая? Давай остановимся на хорошей. Потому что все должно заканчиваться. Хорошо! Город морской, Владик, я твой. Мы не забудем этот город. Никогда, никогда. Так постараемся снова вернуться сюда, но там город мой. И даже без воды там льется жизнь. Всегда цветут цветы. Ты город мой, тебя люблю. И снова я приду. И никаких проблем. Чем печаль и крик
Америке, ну, чисто из-за близости к Японии. Все ездим на японских машинах, едим рис палочками и, естественно, пьем саке. Ну, что мы можем сказать по этому поводу? Саша, ты забыл слова? Ох! А что нужно делать, когда забываешь слова? Простите меня, сенсей! Я виноват! Саша забыл слова, но сенсей я, и я виноват! Простите меня! Я виноват! Я знаю всех участников программы «Дом-2» поименно! Простите меня! И я виноват! Я попросил девушку показать чайник и не женился на ней! Простите меня! Я Наталья Подольская, я еду на Евровидение. Заранее простите меня! Я это... Простите меня! Чего ждем? Нифига себе забыл слова! А у нас в программе «Киноляп». Фрагмент фильма «Место встречи изменить нельзя». Карточки мои, карточки, украли карточки. Что случилось? Что делать? Это карточки. Да объясни ты толком. Глеб Егорыч, карточки мои украли, понимаете? Не реви, нашел я твои карточки. Глебушка, я ж тебе все оттираю, дорогой. Чтоб я этого не слышал. Добрый вечер, с вами Андрей Малахов на Первом канале. Не переключайте. Добрый вечер, в эфире новости. В Бурятии прошел конкурс красоты «Мисс, зато она хорошо учится 2005». Из кенийского зоопарка сбежал орангутанг и затерялся в толпе. В элитных московских домах уже не три, а четыре вида воды. Горячая, холодная, теплая и само то. Это все новости на сегодня. Багира! 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 Я не знаю, что со мной происходит. Я хочу убежать далеко-далеко в джунгли, спрятаться там и лежать тихо-тихо. Это весенний призыв, Маугли. Друзья мои, ошибка! Произошла страшная ошибка. Вот эту вот песню. Ла-ла-ла-ла, танцует ночи. Кто поет? Жанна Фриски. А сожгли-то Жанну Д'Арк. Дамы и господа, перед вами величайший памятник античной архитектуры. Колизей! Максим, это кто? Спокойно, это туристы из Калуги. У них автобусный тур по Европе, я их вчера всю ночь по МКАДу возил. А сегодня мы приехали в Рим. Извини, некогда, мне их еще в Париж через Измайлова везти, а там пробки. А у нас эксклюзивный материал о встрече Владимира Путина с одноклассниками. Владимир Владимирович, ну, как ты? А ты как? Ну, давайте более неформально. Подходите ближе. Столько лет прошло. А помните учителя физкультуры? Физкульт, привет! Да-да-да-да-да! Костя, помнишь, я у тебя в 7 классе карман от пиджака оторвал? Ой, да ладно, я уже забыл. Не-не-не-не-не. Вот он. Ой, спасибо, Владимир Владимирович. Вот это, да. Здрасте, опоздали, извините. Физкульт, привет! Здрасте! Только вас вспоминали. А давайте как в школе сфотографируемся. Давно, друзья, веселые, простились мы со школою. А в конце нашей визитки хотелось бы как-то красиво уйти со сцены. Нет, 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 нет! Пожалуй, мы еще останемся!
Конкурс «Бриз», опус номер 2. Сборная «Владивосток». С точки зрения милиции, история человечества – это один большой протокол. Итак, нулевой год. Гражданка Ева, вступив в преступный сговор с присмыкающимся, отравила своего сожителя Адама трансгенным яблочком. Свои действия она мотивировала сексуальной неудовлетворенностью. Гражданин Израиля Ной под предлогом эвакуации зоопарка нелегально вывез на территорию Армении редкие виды животных и растений. Следователь просит помочь. Ушел из дома и не вернулся уроженец Брянской губернии Сусанин И. Последний раз его видели в компании польских туристов-челноков. 1703 год. Подозреваемый Романов П. по кличке Первый, находясь в состоянии аффекта после посещения Голландии, пытался проникнуть через окно в здание радиостанции «Европа плюс». Уроженец острова Корсика Бонапарт Н. был задержан в городе Москва, где, не имея ни рабочей визы, ни временной регистрации, вымогал ключи от исторического центра столицы. Гражданин Украины Гоголь НВ со своим воображаемым подельником Чичиковым составлял и отсылал в Центр избирком Украины списки несуществующих избирателей. Седьмого ноября 2017 года ведущая Муз-ТВ «Аврора», переодевшись в крейсер, устроила вечерину в стиле «Revolution». Не вписавшийся в тусовку гражданин Керенский бежал, переодевшись в Верку Сердючку. 1931 год. В отместку за невыдачу карманных денег на игральные автоматы несовершеннолетний Морозов Павлик выдал фискальным органам двойную бухгалтерию своего отца. И, наконец, март 2005 года. В центре Москвы на одной из секретных баз российской армии группой лиц по предварительному сговору было устроено санкционированное сборище, где они под предлогом хорошего настроения смеялись и веселились, за что приговариваются к долгим и продолжительным аплодисментам. Приговор привести в исполнение немедленно! На Первом канале это большая ответственность, поэтому мы решили провести конкурс ведущих для нашей музыкалки. Максим, у меня есть список претендентов. Отлично, читай. Малахов. Занят. Познер. Поздно. Дроботенко. Никогда. Лучше Познер, чем никогда. Галкин. Дорого. Киркоров. Невозможно. Пугачева. Невозможно дорого. Бум Фанк МСИС. Непонятно. Витас. А вот это попробуйте. Как говорится, из песни слов не выкинешь, как и исполнителя. Поет Витас. Очень много раз я себе задавал вопрос. Если я хожу вот так вот, где родился и рос, вдруг и стало что-то летит наготове всегда. Ну а если вдруг не летит, ничего, не беда. Я подожду еще чуть-чуть. Идите, Витас, а то действительно дождетесь. Нужно провести кастинг среди своих. Точно! Ребята, заходите по одному. Могу показать чайник. Следующий. За 500 рублей пародирую Вадима Казаченко. Прости меня, малыш, за все меня прости. Дешевле пригласить самого Казаченко. Следующий. Завожусь от слова «следующий». Следующий. Сразу следующий. У нас есть миниатюра. Давай. Миниатюра «Неопытный пулеметчик». Петров!
Эй, парни, а? Малинина кто-нибудь объявит, а? Не волнуйтесь, сейчас вас объявят. Ага. Поет Александр Малинин. Мне осталась одна забава, да простит меня мой талант. Прокатилась немая слава, то, что сын у меня фабрикант. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Больно мне, что я сына не слушал, стыдно мне, что я слышу теперь. Я понял. Самое главное, нам нужны реальные профессионалы. А мы уже здесь? Мы всю жизнь проработали в новостях. Вот, пожалуйста. Ирина Салтыкова выпустила новый клип, чтобы все быстрее забыли старый. В ночь на Ивана Купалы девушки бросают венки в воду. Чей венок утонет, у той самая большая башка. Ну? Точно. Не то. Выступает... хор сомневающихся в реформе ЖКХ. Не думай о квартплате свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Важна она, реформа ЖКХ. Наверное, наверное, наверное. Придет она, большая, как квиток. Листок бумаги с циферками мелкими. А в общем, нужно просто помнить толк. От первого числа до 31-го. У каждой, у реформы автор свой. Свой кворум и свой вотум недоверия. Реформа принесет кому покой. Кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохоты мгновений соткан год. И пусть растет меня. И кажется порой, что ты живешь от первого числа до 31-го. Реформа. Вообще-то я знаю, кто бы мог блестяще провести наш музыкальный конкурс. Но у него сегодня их целых 5. Вы в нашей истории, мы на вашей территории. Децибелы, килогерцы, то вибрации нашего сердца. Каждый день, каждый час мы выбираем вас. Наступает весна, долгожданная весна. Весна. Владивосток, Владивосток. 42, 43, 44, 45. Вот. А теперь пойдешь и сделаешь то же самое Александру Васильевичу. Здравствуй, КВН, здравствуй. Привет, красавцы, здравствуй. Забрызгали все шампанским. И тебя здравствуй. Yeah. Добрый вечер! Слышали, а? Не, вы слышали? Наши чемпионки мира по волейболу подарили Путину мяч. Не, ну додумались же, да? Путину мяч! Саня, ну и что? А? И чем теперь играть? Владивосток, Владивосток, Владивосток. Оказывается, Дима Билан до сих пор не может выучить английский язык, поэтому пишет шпаргалки прямо на себе. Смотрим. В будущем в Греции слабых и некрасивых мальчиков будут сбрасывать через Bluetooth.
сейчас московское метро в час пик. Я прошу прощения, я выкачу 1 сантиметр. Уважаемые пассажиры, вашему вниманию предлагается... Обычная на первый взгляд шариковая ручка. Но это только на первый взгляд. Молодой человек, помогите. Чик, и здесь уже шпаргалка для студента. Ну что, берем? Спасибо, не надо. Зря. Деньги я у вас уже взял. Стоп! Подождите, ребята. Идите сюда. Вы только подумайте. КВНу 45 лет. Мы прилетели сюда с Дальнего Востока. Мне кажется, мы должны подарить КВНу то, что больше, кроме нас, ну, никто не подарит, а? Не, ну хорошо. Давайте подарим китайцев. Гарик, зачем КВНу китайцы? Ребят, это 1,5 миллиарда новых зрителей. Отлично. Александр Васильевич, ну, для этого вам нужно будет выучить всего лишь одну фразу. Паш, скажи Александру Васильевичу, как будет по-китайски. Дамы и господа, мы начинаем КВН. 先生们、女士们，我们开始愉快与机智人的俱乐部。 Конечно, очень хорошо, Паш, только я не понял, где здесь КВН. Александр Васильевич, а вы поняли, где здесь КВН? Я даже записал. Юйкуайюйджиджиджиндэджулэбу. Правильно? Привет!